Мам, пап, Фил нужно будет уехать на следующей неделе, и нам нужен кто-то, чтобы присмотреть за детьми. Я тут подумала, может, вы захотите с удовольствием. Семья. Я себя странно чувствую рядом с этими детьми. Мне кажется, я им не нравлюсь. Они просто пока тебя не знают. Они должны тебя узнать, чтобы начать не любить. Они всегда готовы помочь. Они когда последний раз видели детей? Год назад? Я не пойду. Пойдешь. Я это и хотел сказать. Дедушка будет рассказывать кучу шуток, которые вы не поймете. Просто смейтесь. Они здесь. Привет, мальчики. Еще не женились? Новая методика. Мы по-особенному разговариваем с нашими детьми. Например, они говорят «нет», а мы «ну, может, все-таки попробуете». Мне нравится. Прямо проект «Подиум». Сними эти туфли и получишь доллар. Пять. 2.50. По рукам. Новые правила. Можно я посмотрю ужастик? Ни в коем случае. Они вообще не едят сахар. Это самое грустное, что я слышал в жизни. Мама, ты врала мне. Йогурт — это не то же самое, что мороженое. Ну что, это весело. Новые отношения. У тебя с ними связь. Хорошо, вылезайте. Я все еще пристегнут. Ничего себе. Будет посложнее, чем бюстгальтер твоей бабушки. Но это же не нанотехнология. Хорошо. Держите. Осторожнее, он бегун. От 20 лет. Фокс и Олден Медиа. Взбодрись, знаешь, что такое внуки. Это второй шанс. Как тебе такая связь? Я научил их бриться. Покажите ей ноги. Та-дам! Семейная комедия. Что с твоим лицом? Думаешь, ты такая красотка по утрам? Вы почувствуете себя как дома. Это прекрасные дети. А ты отличная мать. Билли Кристал, Бет Мидлер, Мариса Томей. Мне надо по-большому, мне надо по-большому. Папа всегда мне поет. Выходи, выходи, какашечка, время в пруду купаться. Ты прячешься в темноте, а на светик во сне тусоваться. Родительский беспредел. Скоро в кино.